Да, Павел, Александр Кибальников – автор самых известных саратовских монументов, таких как памятник Чернышевскому, Ленину, Радищеву. Его произведения находятся в Брестской крепости, Женеве, Москве и Рязани. В память о великом скульпторе открылась выставка в Краеведческом музее. Здесь представлены экспонаты из московских и саратовских фондов, а также личные вещи и документы художника. В прошлом году, в 2012 году, в ноябре месяце, в Московском академическом художественном лицее спланировалась впервые выставка, посвященная юбилею этого знаменитого художника, и Саратовский областной музей краеведения, до музея усадьбы Чернышевского принимали участие в этом выставочном проекте. А сегодня выставочный проект на Саратовской земле. Здесь же находится произведение из мрамора «Пробуждение. Портрет дочери скульптора». Валентина Кибальникова сама выступила одним из организаторов выставки. Большинство экспонатов она предоставила из своей личной коллекции. Мастерской в Саратове по существу не было. Это вот так, как говорят, мастерских, это были мастерские художников. А вот эту вот работу, например, делал, это предоставила студия «Кинохроники». Помещение, которое не отапливалось. Жемчужина выставки – скульптуры непокоренной. В бронзе этот шедевр показывают впервые. Его отлили лишь в этом году в творческой мастерской Рябичевых. Авторский гипсовый вариант находится здесь же. Кроме того, на выставке памяти можно увидеть творения многих московских и волгоградских художников и скульпторов. Экспозиция будет открыта для посещения до 9 сентября. Павел.